С 1 октября подорожает проезд в трамваях Старого Оскола. Перевозчик объясняет повышение тарифа ежегодным ростом стоимости электроэнергии, ГСМ и прочих затрат. Последний раз стоимость проезда в трамвае поднимали 5 лет назад. Теперь стоимость поездки по маршрутам Промкомзона, Городское кольцо Незнамово, Незнамово ОМК составит 20 рублей, а Городское кольцо ОМК – 30 рублей. Цены на проездные билеты останутся прежними до января 2019 года.